И они не нашли ничего лучше, чем конфронтация с Россией. Поэтому надо останавливать, уничтожать, я бы сказал, национализм. Ибо он царит в Восточной Европе. Ультраправый движ он получил именно в Украине. То, чего он не имеет нигде на планете больше. И в регионе, где мы находимся, это самый опасный сегодня регион на планете. В этом регионе ты либо жив, либо мертв. У нас бы война началась раньше, чем в Украине. И сейчас бы у нас здесь был Мариуполь. Россия сумела создать щит и меч. Объем энергии, которым будет обладать к концу 20-х годов Россия, только за счет этого реактора. Он грандиозен. Они здоровы в основе своего общества, они просто иногда болеют. И вот сегодня происходит просто такое, просто излечение болезни. Юрий Вячеславович, в сложное время живем. Хотя, ну, наверное, любое время можно назвать непростым, но вместе с тем, потому как сейчас меняется мир, и с какой скоростью, главное, он меняется, не всегда успеваешь, собственно, понять, что происходит и чем это все грозит. Давайте попробуем порассуждать, что происходит в первую очередь вокруг нашей страны, как это влияет на нашу жизнь, как и государство в целом, так и каждого из нас в отдельности. Безусловно, сейчас все взгляды прикованы к Украине, там идет специальная военная операция. И вообще очень масса вопросов, что будет дальше. Ну и потом влияние на мировые процессы, того, что происходит сейчас, переустройство мировое. И все это решается сейчас там, как выясняется. Для прогноза того, что происходит в Украине, надо посмотреть в основном свысока, очень свысока. Во-первых, по-моему, все началось в 2009 году. Когда Китай отказался от предложения Соединенных Штатов создать группу G2. До того, на протяжении примерно 40 лет, Китай развивался в тесной связи с Соединенными Штатами. И экономический взлет Китая был построен на нескольких простых пунктах. Китай отказался от активной военной политики. Китай создал на своей территории несколько свободных экономических зон, куда пришел капитал из американской сферы влияния. Это в основном хуацяо, то есть этнические китайцы, которые когда-то по разным причинам оказались вне Китайской Народной Республики. То есть в основном из Тайваня, Гонконга, из Юго-Восточной Азии. То есть, грубо говоря, если в нашей категории переводить это все, ну, как если бы белогвардейцы развились как коммерсанты на Западе, а потом понесли бы в Советский Союз деньги в СЭЗы. Вот так пришли деньги в Китай. А товары из свободных экономических зон получили возможность поступать на рынки Соединенных Штатов и их союзников. Плюс сырье, за которое во всем мире идет борьба, Китай для этих СЭЗ, да и для себя, получил из сферы влияния Соединенных Штатов. То есть фактически около 40 лет Китай и Соединенные Штаты были стратегическими партнерами. И единственное, чего они не имели, это оформленного союза. И вот в 2009 году было предложено Китаю, по сути, создать такой союз. Создать группу G2, которая будет управлять планетой. В переводе на более приземленные категории это означало, что Соединенные Штаты захотели от Китая, чтобы тот поделился доходами, которые он имеет с ними. Они раньше это провернули с Японией. Буквально те же требования были. А именно, от Китая захотели, чтобы он взял на себя гораздо больше американских долговых обязательств, нежели он брал, и кое-чего добились. Китай сегодня больше всех имеет американских долговых обязательств, но хотели Штаты еще больше. А как известно, Штаты печатают столько долларов, сколько им надо. И просто потом вот таким вот образом это разбрасывается по союзникам США и другим заинтересованным структурам. Второе, от Китая захотели, чтобы Китай помогал финансово, а можно и военным путем вести те войны на планете, которые ведут Соединенные Штаты. На тот момент они вели две крупные войны, масштаба примерно нынешней украинской.
Это в Ираке и в Афганистане. Там находилось в обеих странах где-то по 150 тысяч американских войск. И это были тяжелые в финансовом отношении войны. Кстати, примерно этого американцы добиваются от Японии. Та дает огромные средства на подобные американские военные операции. Третье, от Китая захотели ревальвации юаня. Китай отказался. Отказ Китая следовать вот этому геополитическому требованию США означал неизбежность перехода Китая к новой модели развития. К модели, где уже будет не союз реальный с США основой расцвета Китая, а нечто иное, конкурентное Соединенным Штатам. И это и было провозглашено с 2009 года. Китай решил сделать основой своего экономического роста не приморские экспортоориентированные провинции, а свой рынок в целом, свое экономическое пространство, национальное в целом. Это означало, что китайцы начали инвестировать огромные средства в инфраструктуру центральных и западных провинций, которые были в тот момент весьма отсталыми. И Китай начал резко повышать доходы своего населения, то есть емкость внутреннего рынка. Так же, как США, Китай это сделал за счет долгов. Просто у Штатов огромный долг государственный, у Китая огромный корпоративный. То есть это политика рискованная, но они на нее пошли. Раз Китай начал делать своим основным драйвером экономического роста национальную территорию, это означает, что Китай вступил в конкурентные отношения со всем миром за доступ к природным ресурсам. То есть больше Китай не мог полагаться на геополитический, военный и иной зонтик США в борьбе за природные ресурсы. Главным конкурентом у Китая при этой новой модели развития выступают Соединенные Штаты. И, кстати, за 10 лет, ну чуть больше, чем за 10, Китай увеличил доходы своего населения где-то до 1000 долларов в месяц. Сегодня у них примерно так. Переход к этой модели развития означал начало дрейфа Штатов и Китая друг от друга. Это не разрыв, не раскол, но это уже и не то, что было. В Китае также стали поощрять, радикально поощрять развитие науки и технологий. Ответные действия США были, по сути, зеркальными. Соединенные Штаты при новом тогда президенте Бараке Обаме начали политику новой индустриализации, то есть возврата рабочих мест из Китая на свою национальную территорию и развитие производства на своей территории на базе новых технологий. То есть между двумя странами начала разворачиваться глубокая конкуренция, где основными инструментами выступают высокие технологии. Вся остальная планета должна была определяться, будет ли она вступать в конкуренцию вот с этими грандиозными силами или как-то развиваться иначе. Несколько пространств решили вступить в конкуренцию. Это прежде всего Европейский Союз. Развернулась внутренняя дискуссия о том, как развиваться дальше. Сохранять ли геополитическую глобальную конкурентоспособность европейской экономики или нет. Они решили сохранять. Это потребовало огромных инвестиций на своей территории, опять же, в высокие технологии. Одним из элементов борьбы за высокие технологии в Европе выступил, скажем, план Юнкера, когда они за 3 года, с 2015 до 2018 года, влили в высокотехнологичный сектор почти 400 миллиардов евро. И вот эта борьба за конкурентоспособность в будущем, то есть через, от 2009 года, через 10-15 лет, эта борьба потребовала изменить модель европейской интеграции. Если раньше они ориентировались на потребительскую модель, то есть любая страна, принявшая европейские ценности, она получала гарантию, что за счет инвестиций и разного рода дотаций из Брюсселя от богатых стран к бедным, она рано или поздно поднимет свой уровень развития до уровня старой Европы, до уровня Германии, Франции, Бельгии. Теперь, здесь надо понимать, что уровень потребления этих стран, это как рынок сбыта, просто расширялся.
Да. Теперь они отказались от этой модели в пользу так называемой двухскоростной или многоскоростной интеграции. Сейчас на территории Старой Европы развитие идет гораздо более быстро, чем на территории слаборазвитой периферии. Ну, например, если брать план Юнкера, то из вот этой огромной суммы, которую они потратили, примерно процентов, наверное, 90 денег осело в Старой Европе. Не потому, что там был диктат Старой Европы политический, а в силу того, что эти средства распределялись по очень разумной схеме стимулирования высокотехнологичных производств. Они шли не в виде дотаций, а в основном через банковские гарантии. А банковские гарантии давались фирмам, которые действительно могли аргументировать через экспертизу свою способность реализовать сложные проекты. И вот тут выяснилось, что в Старой Европе это делать эффективнее, чем, скажем, в Румынии или Латвии. И потому бизнес-климат, человеческий капитал, вся совокупность факторов, она делает выгоднее инвестиции в высокотехнологичный сектор в Старой Европе, нежели в новой. И таким образом Европа изменила модель развития. Больше нет даже надежды на то, что Румыния, Болгария, там, Литва, Латвия и так далее сравняются хоть когда-нибудь с Францией, Бельгией или Голландией по уровню развития. Для нас это означает, что слаборазвитые страны Восточной Европы, с которыми мы граничим, Польша, например, или там Литва, они теперь в борьбе за те прямые и косвенные дотации, которые они еще имеют от высокоразвитой части ЕС, они теперь должны применять более рискованные методы аргументации. И они не нашли ничего лучше, чем конфронтация с Россией. Доказывая, что они щит от России, они рассчитывают на хотя бы сохранение дотаций. То есть мы оказались, и Украина в частности, заложником изменения модели экономического развития Европейского Союза. Ну, смотрите, какая история получается, что Европа вроде как бы захотела развиваться, причем достаточно интенсивно, насколько я понимаю, ввиду огромности тех средств, которые вкладываются, в том числе и высокие технологии. Но сейчас происходит абсолютно обратная вещь на фоне украинского конфликта. Те пакеты санкций уже шестой принят, которые Европейский Союз не то что поддержал, а активно применил, бьют по ним же. И все больше людей склоняется к мнению такому, что таким образом Соединенные Штаты, в общем-то, убивают на корню этого конкурента. Новая Европа, которая провоцирует конфликт с Россией, она в своей дипломатической игре использует интересы Соединенных Штатов и, наоборот, отстаивает их интересы внутри ЕС. А эти интересы не предусматривают наличие сильного конкурента. Хватит штатам одного Китая. Поэтому новая Европа в своей борьбе за выживание, грубо говоря, за брюссельские дотации, она на самом деле раскалывает ЕС. И на самом деле она способствует ослаблению его конкурентоспособности. Ну и, я так понимаю, у Соединенных Штатов, в общем-то, одна из целей не просто ослабить конкурентоспособность, а в идеале вообще уничтожить даже потенциал этого конкурента как такового. Конечно. Старая Европа — это реальный конкурент США. Евро, доллар. Теперь и появился юань. Безусловно. И, кстати, у Старой Европы, или, в принципе, у Европы, масса внутренних проблем и внешних проблем, которые реально могут убрать ее с доски глобальной конкурентоспособности. Например, на юг от Европы расположен огромный африканский континент. В Черной Африке происходит демографический взрыв. Там сегодня где-то 900 миллионов населения, около миллиарда. По оценкам ООН, к 50-му году будет от 1,5 до 2,5 миллиардов. Иногда дают цифру 3 миллиарда населения. Вот эта вся огромная масса, в основном крайне нищего населения, поедет в Европу. Нависает. И
барьером, который сдерживает эту массу, выступает, да, пустыня Сахара, выступает Средиземное море и исламский мир, точнее его арабская часть, протянувшаяся по южному берегу Средиземного моря. Какие-нибудь революции типа ливийской, вот, они разрушают этот барьер и открывают выход огромной демографической массы нищего населения, которая, естественно, будет тяготеть к эмиграции в ЕС. Потому даже в силу наличия вот этого африканской демографической проблемы, Европа является очень уязвимой. И она может быть остановлена в своем стремлении к глобальной конкурентоспособности просто серией локальных войн. Вот война в Украине — это одна из таких локальных войн, которая связана не с Африкой напрямую, а больше с Россией, но тем не менее. Это одна из войн, которые ослабляют ЕС. То есть в 2009 году, когда произошел переход Соединенных Штатов и Китая от сотрудничества к глобальной конкуренции, этот переход изменил внутреннюю и внешнюю политику Европейского Союза и сделал Европу более уязвимой. Но она сама выбрала быть глобальным конкурентом, а не объектом применения какой-то геополитической воли. Ну, судя по тому, как сейчас все происходит, то план Соединенных Штатов, в общем-то, притворяется в жизнь очень бодро. И да, и нет. Дело в том, что есть еще одна альтернатива Соединенным Штатам. Один вариант — это сильный Европейский Союз. Другой вариант, более опасный, это своего рода континентальный блок. Это старая идея, которая бродит по Европе, в основном в старой Европе. Европа от Лиссабона до Владивостока, от Дублина до Владивостока. Это идея взаимодействия и сотрудничества старой Европы с Россией, где Россия привнесет в общий котел бомбу и огромные природные ресурсы. Представить, что эта идея воплотится в жизнь, ну, пока не представляю. Вот не знаю, насколько это реально. Глава государства буквально на днях об этом говорил, что если бы, да, европейские технологии и российские ресурсы соединить вместе, то все. Ну, больше конкурентов у такого альянса в мире найти невозможно. Но идея есть. И временами она, эта идея, прорывалась в реальность. Например, после разгрома Наполеона возник на несколько десятилетий альянс сильных монархий в Европе, и он раскрепостил Европу, она перешла к грандиозной колониальной экспансии по всему миру за счет того, что внутри, в самой Европе, войн несколько десятилетий не было. Можно найти еще другие периоды и проявления вот этого, этой идеи в конкретном периоде, в конкретных формах. То есть сбрасывать ее как нежизнеспособную нельзя. Отсюда и новый ракурс во взгляде на войну в Украине. Эта война, с одной стороны, она внесла раскол в отношениях между Европой и Россией, но с другой стороны, она актуализировала в старой Европе тех, кто понимает, что надо взаимодействовать. И примирение на Украине, оно возможно только в том случае, если Россия и старая Европа смогут вот эту проамериканскую новую Европу построить. Но получается, тут Соединенным Штатам это кардинально невыгодно. Соответственно, те самые бедные и малые страны Европы, такие как страны Прибалтики, будут всячески этому препятствовать. И получается затягивать тот самый конфликт и на Украине. Поэтому надо останавливать, уничтожать, я бы сказал, национализм. Ибо он царит в Восточной Европе. Эта идеология, в общем-то, во многом искусственная, по крайней мере, рукотворная. Она возникла в XIX веке. Языковой национализм, я имею в виду, который дальше привел к построению национальных государств, построенных вокруг идеологии языковой нации. Вот этот тип идеологии, он очень молод исторически. И его геополитической задачей было препятствовать формированию единой большой Европы в XIX и потом в XX веке.
он стимулировался в XIX веке в Великобритании. По понятным причинам она не хотела появления континентального блока в Европе. Сегодня национализм в Восточной Европе выполняет абсолютно те же функции. То есть он препятствует глубокому взаимодействию Старой Европы и России. Он является барьером или идеологией барьера между этими двумя мирами. Поэтому уничтожение национализма как доминирующей идеологии в Восточной Европе – это обязательная предпосылка к возможному возникновению большого континентального более-менее единого пространства. Вот это, кстати, по-моему, Россия имеет в виду под денацификацией в Украине. Вопрос только в другом. Понимаете, когда говорят о военной операции, все понятно с демилитаризацией. Я напомню про Вторую мировую войну. Она явилась следствием развития все того же национализма в Восточной Европе. Просто его тогда возглавила нацистская Германия. Национализм тогда развивался по однотипному шаблону. То есть интеллигенция, будители, они создавали какой-то круг вокруг себя активистов, потом создавали по ходу этого своего пробуждения своих наций, что ли. Они создавали литературные языки, потом они во время Первой мировой войны или каким-то иным путем в других случаях они брали власть на некой территории и быстро строили национальное государство, как правило, ориентированное на Великобританию. Вот у этого шаблонного пути развития был один уровень, который переводил национализм из радикального в новый вид идеологии, в расизм. Это, в принципе, идеология расизма, она появилась в Великобритании, в основном, прежде всего. Но там она сильно не закрепилась. А вот она закрепилась в Германии и связанных с ней других странах. Эта идеология привела к появлению нацистского геополитического проекта, целью которого было расовое переустройство всей планеты. Чтобы сокрушить этот проект, потребовалась Вторая мировая война, в ходе которой была создана антигитлеровская коалиция в составе самых, вроде бы, противостоявших в другой ситуации друг другу сил. Та же Великобритания, Советский Союз, коммунистические Соединенные Штаты. И военным путем была разгромлена нацистская коалиция. И дальше эти вот страны, Великобритания, Соединенные Штаты, Советский Союз, несмотря на различия в идеологии, они все провели на оккупированной ими территории бывшего нацистского блока денацификацию. Она включала в себя огромное количество решений. Во-первых, были введены заметные ограничения на участие в политическом управлении Германии и другими странами тех людей, которые были связаны с нацизмом или сотрудничали с ним. Если брать Беларусь, то, например, у нас не были допущены после войны к какому бы то ни было влиянию те, кого мы называем полицаями, то есть коллаборанты, связанные с немцами. В других странах с большей или меньшей последовательностью это было сделано тоже. Второй важный пункт – было принято решение создать в Восточной Европе моноэтнические государства или наподобие того. Ибо Вторая мировая война во многом имела поводами межэтническую вражду в Восточной Европе. И была сделана моноэтническая Польша, где были выселены немцы с 40% территории, и само польское общество впервые в истории стало моноэтническим. Была сделана близкая к моноэтнической Румыния и так далее. То есть были проведены обмены населением или в иной форме. Были созданы национальные государства, которые строились не как проекты националистические, а как проекты успокоения региона, чтобы уменьшить количество конфликтных поводов в этом регионе.
Третий пункт очень важный был. Надо было уничтожить в своей основе германский империализм как идею. Ибо дважды за 20 век Германия начинала мировые войны. И за вот этой немецкой странностью стояла глубокая традиция немецкая, немецкой культуры к экспансии на востоке и на юге. Германию урезали. Из Германии вырвали самые наполненные презрением к другим народам регионы. Восточную Пруссию, Силезию и так далее. Германия была сокращена, наверное, на треть, примерно так, по территории. И немцы были выселены практически из всех тех мест, где они жили за пределами Германии. Скажем, их было много в Трансильвании, осталось мало. Почти не осталось. Хотя вот президентом Румынии они все-таки избрали немца. И вот это и есть денацификация. Я понимаю, как это... Да, это действительно так происходило по отношению с Германией. Но тогда весь, собственно, мир, ну как, сейчас бы сказали цивилизованный мир, тогда немножко по-другому это звучало, объединился против этого зла. Невзирая на абсолютно разные политические устройства, Советский Союз, Соединенные Штаты, Британия, ну и же с ними. Те поняли, что сотворили урода, с которым надо что-то делать, потому как он выходит из-под контроля. Но Советский Союз, собственно, принял удар главный этого самого урода на себя. И тут уже вопрос стоял выживания, просто как физического выживания народа. С Украиной-то история другая. То есть, ну, во всяком случае, пока. И Соединенные Штаты, и Британия активно ее поддерживают. Неизбежно в какой-то момент будет осознание опасности того, что произошло в Восточной Европе, в частности, в Украине. То есть, я имею в виду выход на поверхность радикальнейших форм национализма. Я хочу еще обратить на что внимание. Вот этот вот национализм, который вспыхнул в Восточной Европе, ну, а в Украине, скажем, культ Шухевича, Бандеры и подобных вот людей, он созревал несколько десятилетий и прошел через своего рода окна Авертона. Не все коллаборанты были добиты. Многие затаились. Скажем, если брать... Ну, а вы помните, в 50-х всех, собственно, вернули в Украину? С языка сорвали. Я хотел сказать, что когда Хрущев отпустил из лагерей, то многие из них вернулись, кто в Западную Украину, кто в Прибалтику. Пожалуй, из нашего региона только БССР не допустила возвращения полицаев массового на свою территорию. И то были. Но это был мизер. На самом деле в массовом плане не допустили. И потому, когда Советский Союз распался, то у нас, скажем, выйти на поверхность вот этому ревизионизму, который имел бы базой недобитых полицаев, у нас было сложно. У нас были они, но очень мало. А вот на Украине или в Прибалтике они поднялись очень быстро. Первое, на что я хочу обратить внимание, одно из окон Авертона, что недобитые до конца вот эти коллаборанты, они были носителями антисоветской идеологии, антирусской идеологии, и они были, вот, к сожалению. И когда в 90-х годах все лежало в руинах, они сыграли свою политическую роль, именно они стали стержнем националистических движений, которые пришли к власти в Восточной Европе почти везде, кроме Беларуси, ну и Приднестровья. Второй момент. Нацизм немецкий времен Второй мировой войны, который дорос до степени расизма, он был очень опасной мутацией всей европейской культуры. Он мог победить. Его задавили огромным путем. Эта болезнь, она угрожала тогда изменить характер европейской цивилизации. И вот сегодня, когда в Восточной Европе произошло возрождение национализма, ядром которого выступили недобитые коллаборанты, это на самом деле возрождает и нацизм немецкий, и расизм как идеологию
которая опять может выдвинуть политический проект Европе. Потому нас проводили все 90-е годы, нулевые годы через окна Овертона, одним из которых должна стать ревизия оценок Второй мировой войны. Мы это уже видели, когда раскрутили в бывшем СССР Суворова с его версией о превентивном ударе Германии по Советскому Союзу и прочее, прочее. То есть национализм в Восточной Европе — это не изолированное явление. И это не только форма недопущения континентального блока. Это еще и ряд шагов, ступеней к возрождению расового проекта переустройства всей европейской цивилизации. Потому там, где он особенно развился, этот национализм, например, в Украине, с их культом Шухевича, Бандеры и других, там и есть самая большая предпосылка к следующему шагу, к тому, чтобы в старой Европе они подняли голову. И вот я хочу обратить внимание в этом плане, скажем, на полк Азов, который был вот сейчас разгромлен в Мариуполе, но его вроде опять восстанавливают. Он стал самым развитым, самым мощным проектом ультраправого, так называемого, движа всего западного мира. В это подразделение вливались в большом количестве самые неожиданные иностранцы. И они были носителями такой синкретической идеологии, но в ней был, мы видели по татуировкам, по их литературе, чего там только не было. И капище Перуну они поставили, и всякие там этот Бафомет, одно из проявлений сатаны, которое они себе набивали наколки, все эти свастики, вот вся эта мешанина, это и есть движ ультраправой западного мира. Вот она концентрировалась в значительной мере в Азове, который создал еще вокруг себя множество гражданских структур. И движение политическое, и партию, и еще бог знает что. И таким образом ультраправый движ он получил именно в Украине, то, чего он не имеет нигде на планете больше. Они получили возможность вооружиться, возможность беспрепятственно развивать свою идеологию в тени украинского национализма. То есть ревизионизм по отношению к Второй мировой войне сделал еще один шаг. И именно в Украине, не где-нибудь. На фоне тех уже многолетних, скажем так, волн миграции в Европу из Азии, из той же Африки. И тогда многие говорили о том, что вот это все приведет Европу как раз-таки к всплеску ультраправых настроений и националистических настроений. То есть, ну, люди захотят как-то от этого избавляться и очищаться. Но почему-то в Европе это как-то вот и съелось, а в Украине выскочило. Где, собственно, нет наплыва такого темнокожих. В Восточной Европе гораздо мощнее национализм, чем западный. Западная Европа, ну, Франция, например, или денацифицированная Германия, Великобритания, они все же являются наследниками сил, разгромивших нацизм. Ну, Германия денацифицирована в данном случае. И у них там нет такой вот неприязни к России, к Советскому Союзу, которая позволяла Восточной Европе закрывать глаза на ревизионизм, происходивший в националистических формах. Для Франции, например, коммунисты — это партия расстрелянных, которая, по сути, более всех воевала против нацистов в той стране. А для, например, Польши коммунисты — это несколько иная, ну, для польского национализма иная сила. И в Восточной Европе в тени борьбы с коммунизмом и позднее Россией вырос вот этот вот росток ревизионизма. Эти культуры нашего региона, они пронизаны симпатиями к коллаборантам в гораздо большей степени, нежели в Западной Европе. И симпатиями, по большому счету, к расизму больше, чем в Западной Европе. И в ней внутри развивается радикальный национализм с тенденцией перехода в расизм. Восточная Европа оказалась более поражена этой болезнью, нежели западная. Поэтому, если в первой половине XX века
радикальный национализм и нацизм, он вырос прежде всего в Германии, сегодня он вырастает прежде всего в Восточной Европе. Но это единственное отличие. То были евреи, сейчас стали русские. Да. Что нам с этим делать? Мы тоже русскоговорящие, ну, по большей части, скажем так. Ну, а даже если бы мы говорили, допустим, представить, что все белорусы говорят только на белорусском языке, это так само Максима, нас все равно бы считали частью того мира. Язык — это в данном случае не более чем символ, который на какой-то конкретной территории, в конкретной культурной среде приобретает национализм. Что нам делать? Я думаю, что первое. Надо защищать свои интересы. Но в этом вот мире и в регионе, где мы находимся, это самый опасный сегодня регион на планете. В этом регионе ты либо жив, либо мертв. Поэтому инстинкт жизни должен быть... Хотелось бы первое. Да, должен быть на первом месте. Инстинкт жизни в Беларуси, то есть выживание, подразумевает ряд шагов. Они практичные, прагматичные, они напрямую не касаются ценностей. Это нам ясно, если мы допустим распространение на своей территории нашего известного нам национализма белорусского, мы пойдем путем Украины, мы умрем. Вот скажем, если бы в 2020 году у нас победили те силы оппозиционные, у нас бы война началась раньше, чем в Украине. И сейчас бы у нас здесь был Мариуполь. Поэтому первое, национализм должен быть остановлен. Просто исходя из инстинкта жизни. Второе, нам надо укреплять собственное государство. Это самый главный инструмент для выживания. Другого пути нет. Если ослабить государство, например, сделать парламентскую республику, мы в таком регионе, где в нас инфильтруются все вот эти азовы или типа них, все вот эти вот разрушительные движения, их нам просто засунут извне. Поэтому только сильное государство может дать шанс на выживание. Третье, нам нужна защита от внешней угрозы. 9-миллионная нация не может противостоять в одиночку тем внешним угрозам, которые в нашем регионе существуют. Но это в таком случае союз с Россией. Только союз с Россией. И он нас реально спасает. От чего он спасает? Он спасает от самой большой угрозы, которая теоретически существует, от конфликта с блоком НАТО и Соединенными Штатами. Сколько стран на планете были разрушены в таких конфликтах? Много. Вот нам конфликт такого рода, который разрушил Ирак, например, нам не угрожает. Российский ядерный зонтик он не допустит. Нам угрожает информационная война, диверсанты, локальный конфликт, пограничная война, быть может. Но нам не угрожает самое страшное, что может быть, конфликт с ядерной державой и целым блоком. Значит, союз с Россией. Следующий пункт – экономика. Структура нашей экономики, которая нам досталась от Советского Союза, такова, что у нас в основе экономики крупные экспортоориентированные промышленные предприятия. Поэтому мы не можем допустить такой экономической политики, которая приведет к их разрушению. Скажем, мы не можем закрыть крупные предприятия. Их интересы, этих предприятий, требуют, чтобы государство пробивало им внешние рынки. Поэтому нам необходимо, просто ради сохранения крупной промышленности, удержаться от шоковой терапии, вот, которая разрушила промышленность, например, Украины или Прибалтики, нам необходимо развитие и сохранение, совершенствование крупных промышленных предприятий. Так как они у нас огромны и в некоторых случаях имеют большое место на мировом рынке, то нам надо и выходить к мировым технологиям. Мы на мировом уровне, мы не можем позволить себе не развивать высокие технологии, просто исходя из инстинкта жизни. Ну и, наконец, русский язык. Так сложилось, что наше общество говорит по-русски. Если мы искусственно вырастим у себя внутри межязыковые конфликты или что-то в этом духе, мы разрушим себя собственными руками. Официально два языка в стране.
И в общем-то, вот если вот принять вот эту вот парадигму, выражаясь высокоинтеллектуальным политологическим языком, то все нормально. А вот то, что мне лично не нравится, то, что белорусский язык узурпировала определенная группа граждан. Просто узурпировала белорусскую, и то не всю историю, а та, которая им выгодна, часть истории. Белорусский язык, белорусскую символику, многую, не всю, но многое из белорусской символики просто узурпировано. И получается, что они искажают смысл всего этого. А когда еще добавляют своего новодела, и все это вместе, вся эта мешанина, ну, выглядит как такой махровый национализм, действительно. Это наше сведомое коло — это своего рода секта. Они мимикрируют. Для них язык, я не думаю, что на самом деле слишком важно. Для них важно то, что они называют сведомостью. Язык для них — это инструмент. Но язык — это же, понимаете, это как самое простое для идентификации свой-чужой. Да? Вот то этот есть, инструмент они и захватывают. Когда ты разговариваешь на белорусском мове, ага, тогда добро, а коли не, ну... Но при этом обратите внимание, если брать по голосующим за Лукашенко с 94 года начиная, то, как, кстати, белорусоязычные регионы, где еще белорусский язык сохраняется как живой, именно они прежде всего за него, а не за националистическую вот эту белорусоязычную следу. И вот этих людей, эта следа, иначе, чем колхозаны, в лучшем случае, не называют. Поэтому дело не в языке. Потом у нас есть хороший опыт послевоенной Беларуси, да и довоенной, когда была развита на базе белорусского языка очень неплохая литература и культура. Вот это, она имеет ценность. Вот если сохранять язык, то сохранять его, развивая не в диалоге с националистическим сведомым колом, не в диалоге с этой очень жестокой сектой, а в качестве этапа развития той советской белорусоязычной культуры, которая была и еще не исчезла. Ну, очень важно, на самом деле, ну, как мне кажется, вот эту вот почву языковую выбить у них с-под ног, потому что они это сейчас используют, да, как один из, ну, если хотите, один из вариантов оружия. Да. Да? Это и, их... Именно белорусский язык. Но, ребят, он не только ваш, он и мой тоже. Я тоже белорус. И это мой язык тоже. И я володую белорусской мовой. Вельми добро. В этом нет ничего сложного. В сохранении белорусского языка параллельно с русским. Удалось это в разрушенной послевоенной БССР, тем более это может получиться и здесь, сейчас. Просто важно понимать, зачем, и тогда все получится. Самое главное — разумно поступать. Ну, если исторически сложилось так, что у нас, ну, как ни крути, большая часть населения говорит на русском языке. Часть говорит на белорусском языке. Часть говорит на любимой всеми тросянце. Тоже никуда не денешь. Полишуки говорят там с такой примесью украинского, что иди пойми еще, на каком языке они говорят. Да? Вот я оттуда. Вот. Ближе к Польше там очень много из польского. И это нормально на самом деле. Это взаимопроникновение языков, культур, новые слова, обмены. Это все здорово. И если мы это принимаем и понимаем, что да, это на нашей территории так происходит, то все отлично. Но когда кто-то начинает говорить, что ты говоришь на этом языке, а я на этом, соответственно, ты все, ты уже не такой, как я. И это первые вот росточки. Значит, ты хуже, чем я. Да, мы говорим на разных языках. Welcome. У нас наша история знает, когда 4 государственных языка было в Беларуси. И все было в порядке. Но главное, чтобы не использовать языковой инструмент, как и еще один важный элемент, это религию. Не использовать как просто разменную монету в какой-то конъюнктуре. Я с вами согласен. Даже, по-моему, я первым сказал. Что нельзя, чтобы белорусский язык стал тем, что раскалывает наше общество.
А дальше уже все остальное можно. Главное, чтобы у нас сохранялась управляемость обществом и чтобы мы не умерли. А дальше, хотите, развивайте язык. Главное, не делайте из него инструмент для раскола общества. Я вам хочу предложить еще один поворот или еще один ракурс нашего разговора. Есть еще одно пространство в мире, которое решило конкурировать с Соединенными Штатами. Это Россия. Просто путь России в этот новый мир, который настанет вскоре, когда будет проведена новая индустриализация в Соединенных Штатах, в Европе, если будет проведена, в Китае, разумеется. Путь России отличается от других миров. В России новая индустриализация проходит, как и обычно было в истории России, через военно-промышленный комплекс и перевооружение армии. Я приведу цифры, я их люблю приводить в своих выступлениях. В 2015 году в России официально началась своего и была проведена своего рода пятилетка стремительного перевооружения. В 2015 году официально в российской армии новая техника и вооружение составляли 30%, в 2020 около 70%. К этому пятилетке Россия готовилась около 10 лет. Перевооружение сделано в основном на базе российского собственного производства. То есть не закупленное извне нечто, а был развит свой военно-промышленный комплекс, который позволил создать системы вооружений, превосходящие даже то, что есть у Соединенных Штатов, несмотря на все их богатство. Россия сумела создать щит и меч. Мы, как глубокий союзник России, мы также, хотим или нет, участвуем в этом. Мы сегодня имеем столицей Беларуси Минск 2-миллионный, и он является на сегодня третьим по величине русскоязычным мегаполисом планеты. Это, с одной стороны, огромный плюс, ибо именно мегаполисы, они являются основными драйверами развития экономики на планете. С другой стороны, конечно, это и ответственность, в том числе цивилизационная, гораздо больше, чем если бы мы имели Минск, например, 500-тысячный. И в культуре, и в геополитике, и во всем на свете. А что происходит за этим щитом и мечом, который создала Россия? Россия защитила себя и нас от внешней угрозы. И защищает. Ибо то, что делает Россия сегодня в Украине, оно является следствием отказа Запада, прежде всего США, признать требования России о создании единой системы безопасности или приемлемой для нее системы безопасности. Значит, а что вот там внутри происходит в России? Я вот люблю приводить пример, скажем, нескольких технологий, которые там быстро развиваются. Кажется, наиболее понятной в Беларуси является рассказ о реакторах на быстрых нейтронах. Есть такой тип реактора на быстрых нейтронах. Он, кстати, развивался в разных странах, по-моему, в 15, но по разным причинам только Россия создала промышленный образец этого реактора и включила его в реально функционирующую энергосистему в 15 году на Белоярской АЭС. Только в России есть такой реактор, и сегодня ведется уже не фундаментальная разработка его. Скажем, Билл Гейтс объявил это своим приоритетом, но он еще на уровне фундаментальных исследований. А в России уже ведется доработка существующего, работающего реактора до уровня, когда получаемая на нем энергия будет конкурентоспособной по сравнению с другими источниками энергии. Так вот, в чем смысл этого реактора? Он использует то топливо, которая вырабатывается практически из всей линейки изотопов урана, содержащихся в урановой руде, или, например, в отходах традиционных атомных электростанций. А традиционные реакторы используют топливо, которое изготавливается примерно из 1,5% изотопов урана, содержащихся в урановой руде. То есть, вообразите себе, почти 100%. Ну, то есть, такой вечный двигатель своего рода. Да. Своего рода. Можно создать, например, замкнутый цикл производства энергии, имея
на одной площадке традиционные реакторы и работающие на топливе, полученном из отходов этих реакторов, рядом реактор на быстрых нейтронах. То есть объем энергии, которым будет обладать к концу 20-х годов Россия, только за счет этого реактора, он грандиозен. Вокруг него чего-то сейчас не ведется. И Китай хочет себе, для него это решение огромного количества проблем, связанных с его ростом. Вот Билл Гейтс, как я сказал, это пытается... Видите, я всегда задавал себе вопрос, где же еще там козырные тузы в рукаве в России? Я еще могу один назвать. Точнее, могу много, но я один назову еще. Известно специалистам уже лет 50, наверное, что Россия обладает большим потенциалом к созданию так называемых приливных электростанций. То есть у России есть несколько заливов, где перепад суточный в ходе приливов и отливов составляет что-то до 20 метров. Это позволяет использовать вот эти приливы и отливы, по сути, ну, наверное, это можно назвать энергией Луны, потому что они являются следствием наличия Луны как спутника. Вот, поставив там турбины. И мощность самой крупной такого залива в России, он северо-западнее Камчатки, такова, что там может быть поставлена электростанция, которая будет давать в год около 90 мегаватт энергии. Вот у нас в Островце стоит два блока, каждый 1,2 мегаватта. А тут Губа может дать, Губа это залив такой, да, может дать 90. И Путин отдал распоряжение готовить три приливные электростанции. Подобных природных ресурсов у Запада нет. Есть один залив в Канаде, который позволяет получить приливную электростанцию с мощностью где-то около 70 этих мегаватт. Но у России больше. И проблема даже не в том, чтобы построить эти станции. Просто как потом передать ее? А как обеспечить рынок? Что сделать с этим? Ну вот отдано распоряжение работать над этим. На самом деле вы очень интересные вещи говорите. Почему? Потому что традиционные, скажем так, источники российского влияния, нефть и газ, они конечные. Да? Специалисты разнятся в оценках. Кто-то говорит, на 50 лет хватит еще нефти, кто-то меньше, кто-то больше. Газ тоже выкачают рано или поздно. А вот что дальше? Да, сейчас вырисовывается. Я могу еще рассказать. Есть разные методы управления климатом. Есть, например, сегодня у России такая вещь, как глобальное потепление. Оно приводит к оттаиванию тундры. И это создает разные моменты. В том числе это создает предпосылки, например, к развитию сельского хозяйства на базе скотоводства на громадных территориях. И есть уже технологии, которые позволяют рассчитывать даже на то, что будет возможно уйти от северного завоза. И то есть освоить огромную-огромную территорию России, которая сегодня пустая. Вот, например, за Байкалом, включая Якутию, живет 6-7 миллионов населения. И вот вообразите себе, эти огромные пространства сегодня открываются для освоения человеком. Вот мне пришлось недавно участвовать в обсуждении в Думе российской одной из программ, даст Бог, она станет федеральной, на эту тему по Арктике, по адаптации их хозяйства к условиям глобального потепления именно вот в этом ключе, чтобы открыть возможность самодостаточного сельского хозяйства там, где сегодня еще холодно. Вот вообразите, что Россия придет на мировой рынок, если можно так сказать, с такой огромной освоенной своей прерией. То есть там, за щитом и мечом, который создан и сегодня приведен в действие, там не пустота, а там развивается несколько технологических решений глобального масштаба в мирной сфере. И они должны обеспечить дальше России конкурентоспособность в новой
конкуренции на глобальном уровне с проведшими новую индустриализацию США, Китаем и, если выживет, Старой Европой. Ну, в общем-то, вы обрисовали четыре, скажем так, суперрегиона: Соединенные Штаты и же с ними, Китай и же с ними, Европейский Союз, если выживет. Но это не точно. И Россия, и, соответственно, ее союзники. Ну, наше место понятно где. И мы там, да. Ну что ж, тогда пожелаем друг другу, чтобы те, в первую очередь, мирные технологии, которые сейчас продумываются и придумываются в России, я уверен, что и белорусы там участвуют, чтобы они претворяли жизнь, чтобы не наступила Россия на грабли Советского Союза, когда ракету в космос запустили, а автомобиль сделать не смогли человеческий. Да? Ну и так было во многом. Чтобы Америка снова не могла победить всех Кока-Колой и джинсами. Я вот про что. Хочу обратить внимание, что пока так и происходит. Например, война в Украине ведется не за счет всеобщей мобилизации и отказа от гражданских программ в России. То есть я к тому, что пока вот так и делается, как вы хотите. Этого хочу не только я, потому что все хотим мира, в первую очередь, конечно, на Украине, но уже всем, ну, в общем-то, достаточно понятно, кто, ну, пытается, во всяком случае, задавать себе вопросы, что чем быстрее произойдет вот этот новый раздел мира, перераздел, перераспределение сил, как угодно это назовите, тем быстрее просто люди, обычные люди, наши родственники украинские, будут жить спокойно. Вот и все. Да. И так, я думаю, и будет. Потому что я пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Россия была остановлена. Есть четыре региона, как минимум четыре, где запущен внутренний механизм развития технологического, который их выводит на глобальный уровень в новой форме в достаточно скором времени. Россия – один из них. И это следствие не только и не столько желания любого политика. Это следствие наличия множества факторов. Скажем, то, что сейчас в России происходит, это же, в общем-то, типично для России. Это обычный имперский цикл в восходящей фазе. Она проходила много таких циклов. Поэтому я думаю, пока он сам себя не исчерпает, где-то там в будущем, он будет происходить, хочет кто-то или не хочет. Да, кстати, возвращаясь к самому началу нашего разговора, я думаю, теперь вы видите мой ответ. Нацизм или предпосылки к нацизму, которые сформировались в Украине, будут уничтожены. И рано или поздно, желательно, чем быстрее, тем лучше. Вот. Эта идеология является нацизм, расизм, радикальный национализм. Это есть болезнь культуры. Она будет преодолена. И европейское общество, и русское, они здоровые в основе своего общества. Они просто иногда болеют. И вот сегодня происходит просто такое, просто излечение болезни. Пожелаем докторам успехов в таком случае. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо за интересный вопрос. Спасибо.